Сегодня 9 декабря. На улице минус 14. Яндекс пишет, что ощущается как минус 22. И правда ощущается очень холодно, потому что ветер дует. Пока шел, немного лицо замерзло. Но ничего страшного. Так. Сегодня ходил с ребенком на балет «Снегурочка» в Станиславского Немировича Данченко. И у меня прям вопросы. Я поразился, что есть люди, взрослые, которые туда на подобные балеты ходят без детей. Не понимаю, зачем. Если кто сможет объяснить, я очень буду признателен. Это первое. Второе. Сзади нас сидела девочка лет, наверное, 7-8, которая прекрасно знала всю Снегурочку. И тогда, когда только-только началась весна, она начала рыдать и всхлипывать. И в 2023 году этого ребенка поразил балет. Я боюсь представить, как этот ребенок, если его Марвел посмотрит. Ну, в общем, я был шокирован. Ну и, конечно, у меня претензия ко всем взрослым. Людям, которые приходят с детьми. Почему вы, когда сидите в зале, смотрите балет, вы такие все возвышенные, а когда в гардероб бежите и толкаетесь, лезете без очереди в гардеробе, сразу все проходит. В общем, очень неоднозначное ощущение от балета. Ну, с 5-летним ребенком сходить можно. То есть получается его сводить. Но самому сидеть и восхищаться сим действом как-то очень сомнительно.